Жители Ненецкого округа смогут проголосовать на выборах в Госдуму за пределами региона. Специальной связью из Центральной избирательной комиссии в Нарьян-Мар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Посылка под грифом «Секретно» с пометкой «Выборная» получена избиркомом Ненецкого округа. Проголосовать на выборах в Государственную Думу смогут даже те жители региона, которые в день голосования 18 сентября будут находиться за пределами Ненецкого округа. Для этого в регион отправлены открепительные удостоверения. По ним избиратель сможет проголосовать в любом субъекте Российской Федерации, но только за кандидатов по партийным спискам. Дальше мы их распределим по 250 штук, а всего мы их получили 500 штук. На территориальной избирательной комиссии передадим по актам, и избирательные комиссии территориальные в дальнейшем распределят их на участковые избирательные комиссии уже по своим расчетам, которые они сделают в ближайшее время. Но открепительное удостоверение избиратель сможет получить только в том случае, если у него будет веская уважительная причина, по которой он не сможет прийти на свой избирательный участок, где он проживает и где он, еще раз повторюсь, внесен в списки избирателей. До 2 августа 500 экземпляров удостоверений будут распределены между территориальными избирательными комиссиями Нарьян-Мара и Заполярного района. Выдача начнется в начале августа. С 3 августа по 6 сентября документ можно получить в здании мэрии по улице Ленина, 12, и в поселке Искателей по улице Росихина, дом 8, цокольный этаж. С 7 по 17 сентября удостоверения будут выдавать в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Также в избирательной комиссии закончен прием заявлений от кандидатов-самовыдвиженцев. У нас в порядке самовыдвижения изъявили желание баллотироваться 3 кандидата. Вот. Это Полякова Мария Ярославовна, далее у нас идет кандидат Кисляков Владимир Иванович и вчера вот буквально принес документы Малышев Максим Васильевич. Вот все эти 3 человека, они изъявили желание баллотироваться по одномандатному избирательному округу номер 221 в порядке самовыдвижения. Напомню, что им сейчас предстоит изготовить подписные листы и собрать не менее 3000 подписей избирателей, проживающих на территории региона, которые необходимы для их регистрации в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы. Собрать 3000 подписей самовыдвиженцам необходимо в срок до 3 августа. Что касается кандидатов от партий, они должны подтвердить свое намерение участия в выборах не позднее 23 июля. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».